Раз, 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 раз. Слышно меня нормально? Игру там слышно громко? Нет, тихо. Что там? Хорошо, все нормально. Игру громче, игру тише. Ну-ка, быстрее говорите мне. Быстрее, пока не начали, потому что времени сегодня мало. Сегодня поздно, я вот только пришел, только освободился. Короче говоря, поэтому вам срочно нужно сейчас сказать, нормально музыка или нет. И, может быть, прибавить ее, может быть, убавить. Может быть, выключить вообще нахуй. Может быть, что-нибудь. Что отстает? У кого что отстает? Перегрузите страницу, нормально все отстает. Ни у кого ничего отставать не должно. Сейчас я включу, короче, с ноута, и если ничего у меня не то, ничего не стоит, я вас всех, короче, всех вас сейчас побью. Смотри-ка. Делаем вот так. Что-то отстает, блядь, какого херня что-то отстает? Что за дела вообще? Алло, ну ничего, не отстаем сейчас. Не отстаем, я говорю, в чем проблема? Алло, не отстаем, не отстаем, не отстаем. Чё-то, бляха, отстает, непонятно, чё, спокойно. Сейчас наладится, сейчас наладится, все нормально, все будет. Музыки не слышно, так и надо. Музыка не должна быть слышна. Наладится сейчас, наверное, чё, сука, тут все вечно не так, все не так, да все не там. Вот сейчас будет нормально, сейчас, смотри, сейчас будет хорошо. Сейчас все будет замечательно. Не, не налаживается, да? Вот сейчас я, короче, сделаю опять, все будет красиво, смотри. Сейчас я сделаю вот так, и все будет прям хорошо. Допустим, я поставлю вот так. Как раз, 500. 500 поставил, будет вообще как звучит-то. Не, это, короче, вообще плохо. Сейчас наладим. Я не знаю, это я ничего... Я ничего вообще не делаю, понимаешь? Ничего не делаю другого. Бля, ну что отстает-то? Подожди, не дури микрофон. Алло, одумайся, акстись, сколько можно? Ты слышишь, что? Сейчас наладим, да подожди, я не постригался, это просто волосы сырые. Акстись, значит, изображение идет раньше, чем микрофон. Окей, микрофон идет раньше, чем изображение. Это вообще странно, давай поставим. Окей, вот так вот поставлю. Я не знаю, как это работает, это странно. Вот сейчас нормально стало, да? Сейчас не понимаю почему, но стало нормально. Вот сейчас стало все хорошо. Смотри, я слежу сам за собой, слежу за словами, и все будет хорошо. Смотри, смотри, смотри. Вот сейчас почему-то, блядь, нормально. Как вообще можно поставить микрофон, чтобы он раньше вообще того, как я звук сказал, начал что-то делать? Короче говоря, а музыку не слышно, да? Музыку вообще не слышно. Сейчас я его прибавлю. Музыку вообще не слышно, это плохо. Вот так музыку слышно? Так должно быть хорошо. Так, музыку я прибавил, все замечательно. Смотри-ка. Во, да, так я слышу, так нормально, все, окей. Оставлю на десяточке, если что, кричите. Пою я вместе с вами. Короче говоря, со вчерашнего вечера что у нас изменилось? Во-первых, надо поприветствовать нам с вами Юнеса, Гиходжи, Янджобо, Картманеси, СФ Архадов, и Адрихи только что к нам присоединился. Добро пожаловать, собственно, то. А я не... Здесь было оповещение, нет? Вылетело, нет? Тише музыку, ну чуть-чуть убавлю, ладно. Чуть-чуть убавлю вот так музыку, потому что реально громко, наверное. Сегодня у нас, собственно, опять коротенький стрим, потому что я сегодня немножко опоздал. Чуть-чуть задержался. Себе тоже убавлю, громко орёт, сука, музыка, не могу. Вот, зато нормально, короче, все, стрим будет, да, где-то до 8 опять, как всегда. Если бы я сегодня раньше освободился, сегодня бы начали что-нибудь сюжетное проходить, но... я не вижу просто смысла сейчас на какой-то там час начинать что-то сюжетное. Я хотел сначала Средиземье первую часть скачать. В Стиме такой купил ее, короче, и мне Стим за что заявляет? 45 гигов, говорит, надо, блядь, скачать. Я в смысле, чего? Какие нахер 45 гигов? Стим, одумайся, ты что, я же никогда в жизни, блядь, столько не скачаю. Теперь музыки не слышно, серьезно, что ли? Да ёб твою музыка, серьезно, завязывай. Так, ладно, давай. Я ставлю вот так. А, подожди, а музыка так убавляется, когда я убавляю, что ли, чё? Я что-то не понимаю этого прикола. Вот сейчас слышно, да? Сейчас должно быть нормально слышно. Вот сейчас я еще прибавлю, и все будет нормально. Музыка, я думал, я ее на мониторе, короче, убавляю, она не убавляется, она, кажется, убавляется, да? Да, ну что-то... Давай я еще чуть-чуть прибавлю, вот так вот. Короче, прикол, знаешь, в чем? Оказывается, если я убавляю у себя в винде, то она убавляется в ОБС. Это, блядь, что-то странное совершенно. Мне она просто очень сильно орет. Во, вот так нормально, вот так хорошо. Так прям замечательно, вот так нормально все, окей. На минус 7 поставлю и замечательно. Короче,
Всех, кто будет спамить про Южный парк, забанят. Хватит поспамить про Южный парк. Южный парк, отстаньте спамить про Южный парк. Я знаю, я про игры узнаю раньше, чем кто бы то ни было. Я знаю, что все всегда выходит, поэтому не нужно. Давайте поиграем. Давайте поиграем. Да отстаньте вы музыку, убавь. Ну штука можно-то. Еле музыку вообще слышно, еле работает она, все хорошо. Все, давайте мы сегодня... Я недавно проходил на эмуляторе на Денди Утиные истории. И первые, и вторые, поэтому я думаю, что мы сегодня справимся очень хорошо, очень быстро и очень замечательно. Мы не торопимся, мы просто пришли и поиграли. Нормально, зубы нормально, опять болят. Сказали, будет болеть недели две. Может быть, пройдет завтра, не знаю я, короче говоря. Привет всем, кто дошел, привет всем, кто подходит. Нас 2000 человек, опять почему-то беспалево належало очень много народу, но это не страшно. Это не страшно, все хорошо с музыкой. Я знаю, что с музыкой все хорошо, потому что я сам ее слышал. Так вот, так, подожди-ка. Да музыку слышно, все, пора, похер. Давайте быстренько поиграем, ни у кого ничего не подлагивает, рассинхрона никакого нет, лимбо мы вчера прошли. Кто бы что ни говорил, кто бы во что вчера не видел, не верил, кто бы во что вчера, но лимбо мы вчера с тобой затащили за 3 с небольшим часа. И если ты вчера не был на стриме... Чуть-чуть убавлю себя. Если ты вчера не был на стриме, то ты много потерял, потому что вчера мы провели первый полноценный, непробный, нормальный стрим, за который мы сразу взяли и прошли игру. Просто взяли и прошли имба все вместе, всей кучей, пообщались, посидели, и все хорошо, все замечательно. Модераторы должны быть, модераторы скоро будут, если что, есть Найтбот, но я опять-таки прошу всех очень сильно, хватит, остановитесь, спамить, не надо про игры, не надо спрашивать про Южный парк, не надо спрашивать про капли, про хуяпли, не надо спрашивать ни про что. Мы играем в The Disney Afternoon Collection, все вопросы только про это, все, про это, про комментарии, про игру, про все, что происходит конкретно сейчас. Здравствуйте, Джессус АВГН, давайте я дам Джессус АВГН модератор, и он будет модерировать. Стой, стой! Блять, не могу нажать на него. Стой, Джессус АВГН, подожди, я тебе дам модератора. Его нажать... блять, надо написать руками, да? Сука, это сложно. Так, тогда я скопирую ник и дам Джессу АВГНу модератора, он будет вас банить за то, что вы спамите названия различных игр. А это я умею, смотри-ка, я дам еще так вот, раз, и так, мод, пробел, и Джессус АВГН, смотри-ка. Ну-ка, скопируйся, вставься, алло. Ты серьезно? Дай-ка, подожди-ка, сейчас напишу. Сейчас напишу, и все будет нормально. Оп. Я изучил команды чата, я изучил команды Твича, я изучил абсолютно все. Смотри-ка, в чате сейчас будет написано, смотри. Опа, в чате написано что-нибудь, нет? Ха! И ты, короче, добавил, мне написано Джессус АВГН модератором в эту комнату. А вот и все. Вот Джессус будет вас всех банить, чтобы вы, короче говоря, не спамили мне различными названиями игр. Не спамьте, не спамьте. Мы сегодня разговариваем только про эту игру и все, что с ней связано, и друг с другом на недалекие от этой игры темы. Все, да, это AirPods, я не знаю, это наушники, это обычные наушники. Банить он тоже умеет, вот говорит Джессус АВГН, теперь у него есть меч, каракатица и галочка, это опасный модератор. Давайте, поехали. Тут, короче, несколько игр, насколько я знаю, конкретно, по-моему, 6. Значит, Утиные истории 2, Чип и Дейл 2, Утиные истории 1, Чип и Дейл 1, Чудеса на виражах и Черный плащ. Сразу скажу, что Черный плащ и Чудеса на виражах я не проходил, Чудеса на виражах я даже ни разу не играл вроде как. Чип и Дейл, вообще Чип и Дейл ни одного я тоже не проходил, до конца, по крайней мере. Поэтому, мы сегодня поиграем с тобой в DuckTales, в первую часть, прикольную, замечательную, веселую, хорошую часть. Я уже второй день замечаю одних и тех же людей у меня, которые в подписчиках и активно участвуют. Скоро они тоже получат модератора, потому что нам не хватает модераторов. Главное с ними не переборщить, но нормально модераторов тоже нужно ставить. Я сегодня встретил один злой комментарий в комментариях к этому, как его... Давай пока запущу. Сейчас будет красиво. Но здесь чуть-чуть музыку надо прибавить, она тихая. Чтобы вы ее расслышали, будет все хорошо. Черный плащ я не играл как-нибудь потом, наверное. Я не хочу, сейчас просто не знаю, как играть в него. Я думаю, это бы за полтора часика-то осилим. Короче говоря, встретил один буйный комментарий сегодня. Поделюсь с тобой тем, что сегодня было.
Человек написал, что в рот я ебал твои стримы и то, что ты написал. Ты нас обманул, ты, короче, мудак, я с тобой больше не смотрю, не общаюсь, и стримы я твои смотреть не буду. А именно дело в чем? В том, что человеку не понравилось то, что в чате было плохо, то, что в чате просили какие-то игры, что-то еще. Но человек не понимает. Человек не понимает, что все только налаживается, все только начинается, и сразу все идеально быть не может. Это нонсенс, блять. Это невозможно такой хуйней сразу сделать все красиво. Поэтому... Бляха, музыка. Это музыка, знаешь, откуда? Это музыка из уровня под названием «Космос». Блять, буду, музыка из космоса. Слышно музыку, нет? Подожди-ка, ну-ка я звук-то выключил. Да, чуть-чуть звук надо прибавить. Чуть-чуть звук прибавить, там слишком хорошая музыка. Хотя, подожди-ка. Прям еще чуть-чуть прибавлю, вот так вот. На троечку, и все будет нормально. Слышно, все хорошо, окей. Так, так вот, а почему-то у меня оповещение не приходит. Что за херня? Может, мне рефрешнуть эту поеботу, которая должна работать? Смотри-ка, свойства. Рефреш. Окей, потому что я... вернись! А, вот она. Вот, пропеллер. Ай, пропеллер, ай. Прилетел, я не знаю. Почему-то сверху здесь ничего не приходит. Может, и тебя рефрешнуть чуть-чуть, товарищ? Этот должен тоже рефрешнуться. Я сейчас его проверю, подожди-ка. Сейчас проверю кое-что, мы с тобой начнем. Так. Тарайрак, пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Звук не может быть очень громким. О, все, нормально, заработало. Звук реально громкий прям, мне кажется. Нет, нормально все. Мне кажется, должен хорошо работать звук. Я его вроде включил прям красиво. Да не, все нормально, тогда звук хорошо. Короче, привет всем, кто подошел, привет всем, кто подрулил, у нас 2300, это все хорошо, звук нормальный, стрим тоже замечательный, топ-стрим in the world, естественно, у нас других стримов не бывает, поэтому, если кто-то до сих пор недоволен тем, что происходит в чате, соберитесь, успокойтесь, мы все наладим и все красиво сделаем, поехали! Звук норм. Короче, это эмулятор, охуенно. Я поставлю уровень сложности, знаешь какой, вот этот, easy. Только потому, что невозможно играть на нормале. На нормале не хватает жизни. Я страдал. Я прошел на нормале. Я ничего не говорю. Я на нормале просол. Но это будет очень страдательно. И очень часто я буду умирать. Поэтому давайте я выберу изи. И мы с тобой просто чуть-чуть поностальгируем. Просто чуть-чуть поностальгируем. Здесь харда нету. Здесь нормал харда, блядь. Так, окей. Старт. Без проблем. Все на английском, и это херово. Я почему-то играл на русском в нее, если чего. У меня была русская версия всего этого дела. Давай-ка вспоминать управление. Здесь нужно... Как, блять? Ага, вот оно как, все, окей. Здесь немножко все перепутано, но нужно просто прыгать. Картинка такая, конечно, не очень. Может быть, ее просто... Блять, подожди, давай я растяну ее. Потому что это невозможно смотреть. Давай, типа, сделаем вид, что как бы игра во весь экран. Потому что она не во весь экран. Смотри, я вот так вот беру. Санчо 111, привет. Вот так, смотри, делаем вот так. Вот так. Потом мы делаем, короче говоря, вот так. Потом... А можно непропорционально ее растянуть? Блин, хотя бы вот так вот сделаю на полный экран. Это уже лучше будет, да, видеться? Потому что все очень херово. Как растянуть ее на весь экран без пропорций? Shift? Точно, шифтом. Смотри, красиво, шифтом растягиваю, все замечательно. Вот так. Бляха-муха. Ладно, допустим. Сейчас настроим, сейчас все будет красиво. Так, вот тут вот так, вот так. Вот так. Потом... Ты, бляха-муха, ты серьезно? Сука. Я не знал, что она в квадратном окошке на самом деле будет. Я бы ее давно растянул уже нормально. Вот так. Потом... Чуть-чуть вот так. Сейчас музыка появится, все будет хорошо. Вот так. И с шифтом я делаю вот так вот. Вот так. И вот так. Ну, как-то типа того. Еще чуть-чуть можно растянуть шифтом. Вот так. Фу! Вот так идеально. Будет широкоэкранно, широкоформатно, но будет красиво. Потому что по-другому очень стрёмно на нее смотреть. Она очень плохо выглядит. А так более-менее хорошо. Правильно? Правильно, да, так хорошо. Все, окей, натянем игру. Попытаемся сейчас как минимум с этой сделать. Как тут... Я сейчас проиграю, потому что уже с самого начала лоханулся на этой обезьяне. Но здесь разница в уровне сложности в том, что
когда ты играешь на изичах, у тебя каждая вот эта пимбочка, которая за мной, смотри, за мной там вот одна желтенькая у тебя показывается, одна красненькая. Это типа хпшечки мои. То есть здесь каждая хпшечка это два удара, а на нормале каждая хпшечка это один удар. И это очень и очень сложно, это прям пиздец как сложно. Главное успевать вовремя нажимать прыжок и прыгать на палке. На цветки жопой садиться нежелательно, потому что они тебе жопу-то эту отхерачат. Жизни не видно, да видно вон две жизни. Я буду тебе говорить, когда будет у меня мало жизни. Так, это супер невидимость, супер удар, спокойно. Здесь кругом, короче, куча всяких секретных этих, как его, кристаллов, которые упадают. Что-то еще, что-то того. Короче, все весело. Тут не так много уровней, чтобы мы на них зависли сегодня долго, но я думаю, что мы пройдем. Это прыгает утка, если что. Хорошая, веселая утка. Это не на Сеге. Прыгает он на палке. У него трость. Своя трость. Он же, блядь, миллионер. Утка-миллионер, представляешь? У него есть трость. Вот он на ней, сука, и прыгает. Да-да-да. Да-да-да. Спокойненько. Ты чуть-чуть не уронил. Серьезно, что это? Игра. Так я и говорю, иди. Это приходил шлепок, принес мне чай. Потому что без чая сидеть на стриме скучно. И ты, я думаю, чаем-то тоже запасся, да? Окей, вот и хорошо. Хромакей для стримов. Зачем он вам нужен? Да бляха, ну серьезно, вот ты меня отвлек своим хромакей. Зачем нужен хромакей для стримов? Я бы поставил его, но зачем? Может быть будет, но не факт и не точно. Он просрал... А, нет, не просрал все деньги, нормально. Это не факт, но я не знаю. Возможно, у нас что-то получится с этим хромакеем, а возможно и нет. Я просто не понимаю, на самом деле, зачем он сейчас нужен. Так, у нас Асфалор. Добро пожаловать, но я почему-то очень плохо слышу это дело. Нет, игра не симулятор, это версия для компа. Это эмулятор, который продается в Стиме официально, стоит 900 рублей 6 игр. Окей. Я еще раз повторяю всем, кто не слышал, хватит спамить про Южный парк и хватит спамить про какие угодно игры, не связанные с тем, что мы проходим сейчас. Иначе все будет плохо. Иначе вас замьютят, а может быть даже и забанят, я не знаю. Ну, сейчас банить я никого не прошу, но помьютить народ можно. Потому что если вы будете постоянно спрашивать о том, какие и когда игры, то у нас от стрима ничего путного не останется. Опачки, а я только что тортик на ивентится. Торчик! Ой, Corner of Gamer, здравствуйте. А мы пиво пьем. Ну, значит, вы умрете от рака печени какой-нибудь, я не знаю, товарищ. Не надо пиво-то пить, серьезно. Сегодня же будет не день, завтра на работу. Какое пиво? О чем ты говоришь вообще? Сидят, значит, они и пиво пьют, представляешь? Все путные люди сидят, пьют чай, а они пьют пиво. Так разве можно? Очень что-то я сегодня красиво все делаю. Прям очень красиво. Ты понял, как... Блядь, ну... Сглазю. Сейчас сглазю сам себя. Да ебучие пчели, сука. Эти пчели нигде, короче, жизни не дают. Во всех играх, где есть пчель, это... Блядь! Я сейчас проиграю. Во всех играх, где есть пчель, это все очень-очень плохо заканчивается. Окей. Пчель! Че-че-че-че-че! Сучья тварь. Она сейчас меня убьет. Она сейчас меня доедет. Спокойно. У меня остался один удар, если что. Остался реально один удар. Вот прям именно один. Прям даже не половинка, не два, а именно один. Блять, она тормозит так же, как тормозила раньше. Как тормозит на эмуляторах. Как тормозила всю жизнь, представляешь? А если кто-то играл в детстве вообще в эту игру, то он понимает, что она в этом моменте тормозила абсолютно всегда. Стрим начался недавно. Совсем-совсем недавно начался стрим. Тихо. Стрим начался где-то в районе половины седьмого. Мы полстрима тут сидели, короче говоря, страдали херней, а потом мы начали вдруг в него играть. И это замечательно. Скоро начинается, по-моему, намечается первый босс, и сейчас Зигзаг хочет меня куда-то отсюда... Бляха, не падай! Смотрел Утиные истории, а кто не смотрел? Только не новые какие-то, а эти, как, которые раньше были. Зачем? Бля, я перепутал кнопки. Короче, просто взял и перепутал кнопки. Здесь кнопки не так сделаны, как это. Я, короче, уехал. Я уехал зачем-то. Но мы приедем еще разочек и сделаем все красиво. Здесь знаешь, в чем прикол? Во второй части Утиных историй появился смысл собирать кристаллы. То есть вот я сейчас собираю кристаллы, за них дают деньги. Во второй части Утиных историй, в ней деньги можно тратить на жизни, там, на восполнение хпшки, на что-то такое полезное. Здесь, короче, этой хуйни нет, поэтому я не понимаю смысла собирания этих алмазов. Нахера они нужны?
чисто, знаешь, потешить свое ЧСВ или что-то типа того, и все. Это все, для чего здесь нужны эти кристаллы. Но будем делать вид, что это переиздание. О чем вы говорите? Это переиздание, серьезно тебе говорю. Это та версия, которая продается в Стиме. Ну-ка, пчель, помоги. Спасибо. Видишь, пчель иногда может помочь. Пчель иногда может помочь. Да, вторая часть реально лучше, но и первая тоже хороша. Первую тоже нужно проходить. Спокойненько. Потому что если не пройдешь первую, ты не будешь понимать, в чем смысл и прелесть второй части. Чтобы познать истину, чтобы познать то, что прям вот в разы пизже то, что было до этого, нужно сначала поиграть в то, что не в разы пизже. Такая хуйня. Это очень философская мысль. Главное, блядь, не на пчель напасть. Главное, не напороться. Я думаю... Ёб твою мать, серьезно? О, бляха. Да, а можно заново начать? Нельзя? Давай я проиграю. Я просто серьезно, я не хочу с одной жизнью продолжать. Здесь так как нет этой херни и нет дополнительных жизней, я... Мне не прикольно. Ну, убей меня, мартышку, уже в конце концов. Стрим идет недавно. Надо, кстати, хотя бы одну команду запилить в этот. Блять, ну давай меня убейте уже, ну. Мы сейчас найдем все заново. Короче, я тебе просто показал, в чем соль. Я тебе показал, в чем боль этой игры и то, что она действительно может тебя захерачить. Не напороться в пчель, но упасть. Это я умею, это я могу. Окей, давайте ставлю изи мод. И мы с вами продолжаем, только уже нормально продолжаем. Хорошо, прям замечательно. Мы пройдем и первую часть, и вторую, но сегодня я постараюсь, по крайней мере, чтобы мы успели с тобой затащить хотя бы первую. Нет, не хотя бы первую, а просто успеть бы ее первую. Тут всего 5 уровней. Вроде как секретных уровней здесь нет, если я ничего не путаю. Секретный уровень точно есть во второй части, но как его, блядь, открыть, я что-то не понял. Потому что когда я недавно их проходил. На эмуляторе сидел и проходил. Потом узнал, оказывается, что есть вот такой вот в Стиме такой выпуск. Нихуя себе. И купил. Вот купил, сейчас мы с тобой ее проходим. Затащить-то мы затащим. Ну, как бы, есть такая уверенность. И, возможно, так и будет. Но я ничего не гарантирую. Потому что если я буду просто проваливаться вниз, то мы с тобой ничего никогда не затащим сейчас. Окей. Нет, игра нелегкая, далеко нелегкая. Это пример именно того, знаешь, вот этого... Пример этой жопораздирающей сложности из прошлого. Потому что раньше игры не были такими простыми, как сейчас. Плюс ко всему здесь еще херово то, что приходится управлять на пипку. А на пипку управлять не очень удобно. Удобнее управлять гораздо на крестик на... А, можно на крестик, блядь, но это тоже неудобно. Уйди, зигзаг отсюда нахуй, не мешай мне, я прыгаю. Твою же ж мать, еба. Давай! Давай, пчель! Давай, шугай меня еще раз в эту яму, еб твою ж мать, ну. Ой, бля. 3D-переиздание утиных историй, кстати, есть какая-то это. Блять, кстати говоря, надо в нее тоже поиграть. Я не помню, как называется. А, нет, не 3D-переиздание. Это не переиздание, это какая-то типа отдельная часть. Собравшая там что-то в себе. Вот я знаю про такую точно, что она есть. И, кстати, можно было бы ее запустить, но у меня ее нет, ее нужно покупать. Я имел в виду, что удобнее на крестик, именно который не пипкой. Потому что пипка, она, в принципе, неудобна для игр, в которых нужен очень, очень прям точное управление, в которых нужно, спокойно. Так, эту чель мы наебали, допустим, смотри. Так, эту тоже уделали. Сейчас очень аккуратно. Я сейчас не смотрю в чат совершенно. Вот именно сейчас. Блять! Спокойно. Сейчас я в чат вообще не смотрю. Нужно лучше просто пропрыгать вот так вот. Так будет безопаснее. Во! А теперь можно и на палке попрыгать. На палке имеется в виду вот на этой вот, а не на какой там подобно. Спокойно. Зацепей! Спасибо. Вниз. Хорошо. Пропускаем пчели, идем дальше. Спокойно. Опа. Опа. Ебучая пчель пошла в жопу. Спокойно. А здесь пропал звук пчелы. Вот серьезно, знаешь, я проходил, вот реально. Я проходил ее, ну сколько прошло, может, неделю, неделя две прошло с того момента, когда я проходил ее на эмуляторе. И прикол в том... А задержка стоит очень медленная в чате, в смысле вам неудобно общаться? Там, по-моему, 5 секунд стоит задержка всего. Не может такого уже быть. Серьезно, задержка в чате очень маленькая. Я поставлю на 5 секунд. Ну, я в прошлый раз ставил на 5 секунд, если честно. Так, у нас новые подписчики, я их пропустил, потому что я почему-то не слышу оповещения.
Так, slow я поставлю 5, окей, смотри-ка. Slow 5. Задержка 5 секунд, ну в чем проблема-то? Send message every 5 секунд. Че? Почему 100-то? Я вот 5 поставил. Вот теперь 5, ну окей, только не спамьте теперь, не надо теперь спамить, серьезно, не надо спамить про 5 секунд. Так, подожди-ка, мы кого пропустили-то? Я не слышу ни хрена оповещения, это печально. Так, Shadow Boss 2000, Net David 223, Sancho 111, Asphalor, Axon 773, Ramses Sir, Twisty Sverse и Lolly Lot. Добро пожаловать, товарищи, добро пожаловать. Давайте я в настройках сделаю чуть-чуть громкость у этого уведомления посильнее, потому что я его не слышу, и вы, наверное, тоже не слышите. Или вы слышите? Тоже не слышим оповещение. Окей, тогда прибавляю. Тогда прибавляю, допустим, поставлю вот на 30% посильнее, должно быть слышно нормально. Главное, чтобы я сам себя слышал, потому что я этого не слышу, это печально. Поехали дальше. Алло, вот так вот. Перемотка? А, тут перемотка есть. Блядь, не... О, вот теперь я что-то слышу, теперь хорошо. Теперь замечательно, теперь я все услышал. Ой-о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 й
спокойно. Все, справились. Теперь я слышу, и теперь я вижу, Машка Корнева вот к нам пришла. К нам присоединилась, к нашей, так сказать, общине. Спокойненько, блядь. Вот сейчас все плохо, сейчас все очень долго, и сейчас надо быстро сделать, иначе я сейчас помру. Если я помру, это все будет очень хуево. Серьезно, смотри, как изображения нет. В смысле нет, что вы говорите? Как нет изображения, если я его вижу? Так, эту статую, охуевшую в край, она хочет, чтобы я ей подарил... чтобы я ей подарил 300 бачей, знаешь за что? Просто за то, чтобы она меня подсадила, блядь, спокойненько. Иди сюда. Окей. Но она мне не нужна, потому что у меня есть вот этот друган, который также меня без проблем подсадит. Не, серьезно, эта игра намного сложнее, чем большинство сегодняшних типа платформеров. Вот я тебе прям не вру. Опа, одна жестяночка, хорошая. Я только что подобрал жизнь. Че, статую надо было ударить? Не, окей, сейчас будет босс. Блядь, ничего не будет. Я сейчас не дойду нахуй ни до какого босса. Ай, ты хотел, чтобы мы ее сегодня прошли? Нет, не мы ее сегодня не пройдем. Спокойно, тихо, тихо, тихо. О, нет, ну если я от камня ушел, значит сейчас пройдем без проблем. Я просто взял, блядь. Я просто взял и ушел от камня. Я сейчас помру на этих упырях, окей. На, сука. Ну-ка. Ой, как же все придет, блядь. Здесь вы... Тихо, 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 что случилось? Подожди, Блядь, тут есть перемотка. Все. Вспомнили, тут есть перемотка. Тут есть перемотка. Про это нужно не забывать. Вот, теперь я слышу оповещение. Хорошо. Замечательно. А это у нас кто-то новенький. Сейчас я узнаю, кто. А в принципе, в этом месяце все у нас новенькие, потому что у нас нет стареньких-то. Только первый месяц стриминга. Сачо Килим. Окей. Задержка меня минимальная, товарищ Куба. 60-112. Задержка прям минимальная на Твиче. На Твиче задержки практически нет. Максимум там, я не знаю, ну, 1-2 секунды. Это не спидран, это, блядь, пройти вы хоть какой-нибудь ран-то. Я отвлекся, серьезно. Я просто взял и отвлекся. Ну-ка, тихо там. Че, уже 7, серьезно? Да не может быть, 7. 7 я здесь не умирал ни разу, никогда в жизни. Здесь нельзя умереть 7 раз, здесь... Ну-ка, блядь. Если умираешь 7 раз, ты больше дальше не играешь. О, нормально. Перемотка зашквар. Да, конечно, зашквар, поэтому я ей не пользуюсь. Во-первых, я про нее забываю, а во-вторых, я ей не пользуюсь. Тихо. Почему я упал-то, я не понял. То, что я не пере... А, потому что я... То, что я отвлекся на Сачу Килима, который взял и меня подставил. Опачки, опачки, опачки. А вот теперь подеремся с боссом. Утиные истории на Сеге, а по-моему нет на Сеге утиных историй, если я ничего не путаю. Они, по-моему, на этом, как вот только на Денди. Да в смысле, блядь? Ну-ка давай уже проваливай, ебаная статуя, спокойно. Опа. Ты... Нет! Все, пиздец, один удар остался. Один удар, и ей тоже один удар. Ха-ха-ха! Ха-ха! Красавчики. Красавчики, на Сеге были, серьезно? Ну, значит, я играл. Если на Сеге они были, значит, я играл по-любому. Это первое сокровище. Короче, смысл этих приключений товарища Скруджа Макдака
собирать трофеи, собирать сокровища и тем самым набивать свои карманы и вот этот, блядь, огромный сейф, бассейн, в котором он купался. Так, ну окей, мы затащили Амазонку, давайте теперь тащить Трансильванию. Трансильвания — это очень сложный уровень, на самом деле. А, нет, подожди, здесь есть секрет, но он открывается потом. Эту хуйню можно сшибать, смотри, опачки. И она тебя подставляет. Здесь есть секрет, и мы его сейчас раскроем. Подожди-ка, я тебе сейчас все секреты покажу. Потому что если здесь кругом куда-то тыкаться, в стены ходить, куда-то еще, то мы с тобой без проблем найдем все секреты. Я пью чай. Скоро пойдем купаться в золоте. Да нет еще. Это же Скрудж купается, не мы нихуя. Так, ну-ка давай. Алло. Товарищ, просыпайтесь, блядь. Отлично. Так, во-первых, вот один секрет где-то тут. Здесь меня сейчас ударит призрак, но я к этому готов. Тихо-тихо-тихо. Ой, как хорошо я сделал, красиво. Сейчас прям замечательно сделал. Не, реально, игра это топовая, вообще никто не спорит. Игра прям огонь, огнище, огончищище, смотри как. Так, это не тут, а где? Тут где-то есть секрет. Я тебе отвечаю, где-то есть секрет. А еще здесь охуенная музыка. Вам слышно музыку сейчас? Алло. Опа, тортик. Музыку слышат, нет? Должно быть слышно, серьезно тебе говорю. Потому что музыку должно быть слышно обязательно, без нее никуда. Так, спокойненько. Слышно все хорошо, значит вы слышите, как она пиздато играет. И вы можете вместе со мной тусить под нее головой. Че, у нас Катя пришла? Катя пришла, значит хорошо, значит в чате будет еще строже, понимаешь? Чем больше модераторов, тем строже у нас в чате. Тем жестче у нас в чате, здорово. На нахуй. А это, между прочим, мы только что спасли племянника, который попался в ловушку вот этого злого, странного собакочеловека, сука. Собакочеловек. Нас просили его спасти, мы его спасли. Красавцы прям, блядь. Просто красавцы. Здесь, кстати, слишком много вот этой вот непонятной непробиваемости. Блять, ну серьезно. Давай, собака, уходи. Не-не-не, в другую сторону. Давай-давай-давай. Съебейшин на другую сторону, дружище. А, отличненько, спокойненько. Порево, бесплатно, без смс, без регистрации, голые утки прямо перед тобой. Голые утки прямо сейчас, смотри. Голые утки, на нахуй. Ай, ушки-галушки, блять. Утки-галушки, ну-ка нахуй. До свидания. До свидания. Тихо. До свидания, красава. Здесь секретный проход, смотри. А-а-а, знал, я знал, я видел его. Вот здесь еще где-то. В смысле, где-то еще должен быть. О-о-о! А, точно, вот в чем прикол. Короче, здесь секретный проход нужен для того, чтобы... Смотри-ка, у меня прибавилось... Смотри. Хуяка, у меня прибавилась, короче, одна это, как ее. Одна еще жистька. Теперь вместо 6 ударов я буду держать 8. То есть 8-й удар будет смертельный. 8-й удар смертельный, но это нет про нас и не для нас. Смотри, как это делается. На, сука. А теперь это делается вот так. На, сука. И отлично делается. И жизнь! Ты понял? Все секреты как на ладони. Показывайте абсолютно все, что можно показать. Все секреты абсолютно. Все. Бля, я зря, конечно, здесь сделал. Ты, сука, ладно, хуй с тобой. Он остался без камня, и это очень херово. Опачки. А, сюда нельзя прийти, спокойно. Здесь тупик, это через другое зеркало делается. Все назад. Сложнее, ну, сложнее капхэт. Чем вот это сложнее капхеда, иди серьезно говорю. Но вот Тини Тунс, например, блять, он в разы сложнее, чем даже то, что мы сейчас... чем даже тот же самый капхед. А теперь можем покататься на вагонетке. Здесь главное вовремя спрыгнуть. Опа, и я это сделал красиво. Потому что когда я проходил, я не смог вовремя сделать. А вот сейчас смог. Смотри, красиво просто делаю, реально шикарно. Так еще никто не делал. Так, там у нас выход, по-моему, к тому зеркалу, которое мне не нужно. Вставай. Отлично. Там вроде как спуск вниз. Ну давай сначала сходим. Я проверю на всякий пожарный. А потом мы это... Так, тихо, это не то совсем. Не, а чё? В смысле не говори гоп? Я тебе говорю, сейчас пройдем все. Сейчас упаду в зеркало. Здесь точно ничего нет. Бляха, отпустился. Ну ладно, хуй с ним. Надо было пройти вперед.
Сложнее Капхеда, серьезно. Тинитун сложнее Капхеда. Первый Тинитун серьезно сложнее Капхеда. Я тебе не вру. На, сука. Он в разы сложнее. Он прям сложнее. Он прям невозможно. Его невозможно пройти. Я, правда, прошел. Но я Капхед прошел. Но Тинитун я проходил дольше гораздо, чем Капхед. Понимаешь? Капхед мы сколько с тобой проходили? Очень быстро мы его прошли. Так, я сюда иду. Вот сюда сначала надо. По зеркалу секретка-то мы сейчас сходим. Я знаю, что там секретка, я все знаю. Блять, да куда же ты поехала, эта тварь? Оставила. Оставила меня, прикинь, здесь. Просто взяла и оставила. Опачки. А я опять не слышу оповещений, да? Печально. Сейчас услышу. Сейчас услышу. Тинитун я прошел очень задолго. Бля, я страдал на нем. Этого невозможно было пройти. Особенно последний уровень. Он просто вообще... А, блядь, ты чё? Какого хуя эта утка поехала за мной? Чё за дела вообще? Так вот, Энкраб и Гуляка. Гуляка, по-моему, вчера же уже у нас появлялся. Или это другой Гуляка? Я ещё одну жизнь сделал только что. Так, Гуляка меня путает, по-моему. Я тебе говорю, я его вчера видел. Да? Или нет? Или я что-то перепутал? Это блядство. Подставные головы еще временами, короче, хпшки твои просто хпшки забирают в никуда. Так, я не понял, слишком много подставных голов, что за дела? О! О! Отличный тортик. Так, а теперь секретку по зеркалам, но... А, Гуляка биткоином. Фу, а я путаю. Окей. Ха-ха, Гуляка. Она меня наябывает чуть-чуть. Все, я теперь я все, во всем разобрался. Ну ты, тварь такая. Надо посмотреть просто туда. Запутывается меня это. Так, вот тут, кстати, еще одно секретное зеркало. Только я не помню, какое из них какое. Потому что второе тоже типа секретное. Тут какое-то зеркало должно вести к Дракуле, что ли, или что-то типа того. Ты блядское привидение, отстань от меня. А сейчас у нас будет босс. Босс, кстати, сложный. Босс этот сложный, потому что... Это такая тварь. Ну-ка, садись, собака. Садись, блядь! Получай, сучка. Ах ты ж падаль. Да, ну ты ж сучара такая. Окей. Хе-хе, все, раскусил, надо прыгать сразу на нее. Прям рядом с ней бегать постоянно и прыгать. Опачки. Ну не, она никчемная, мы ее сейчас быстренько затащим. Тип, блядь, да, собака такая. Ну у меня здоровье еще до хера. До свидания. Ей последний раз остался, отвечаю, последний удар, смотри, раз. Ты, блядь. Смотри, да иди твою мать. Сейчас не затащим, сейчас не затащим, сейчас затащим, 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 затащим. Ты ж бледина такая, серьезно что ли? Сука, один удар остался. Один удар, прикинь, один удар! Алло! Ха-ха-ха! Ты чуешь меня как, реально прям как в голливудских в этих, как в голливудских прям разборках. Второй босс, остался один удар у него, один удар у меня. И я опять побеждаю, красавчик. Ой, ну это серьезно, это прям сценарий. Сценарий. Вот зачем я эти деньги собираю? Меня это напрягает, если честно. Стрим идет вообще, стрим идет где-то полчаса, наверное. Так, а вот тут как раз-таки нужен где-то какой-то ключ. Где-то тут нужен ключ. Точно, меня сейчас за ним пошлют. Вот, теперь нужен ключ, чтобы войти. Трансильвания. И обратно в Трансильванию, представляешь? В другое зеркало, наверное, нужно было зайти, правильно я понимаю? В другое зеркало. Нет, боши сложные. Боши нереально сложные. Это просто неоправданно сложные. У меня не было ни одной смерти. О чем ты говоришь? Данка. Данка, ёпта. О чем ты говоришь? Какие смерти? У меня не было ни одной смерти здесь еще. И не будет. Я прохожу без смертей. Это самый быстрый и самый безопасный спидран на свете. Никто еще так в жизни не спидранил, как я спидраню сейчас. Прям вот, смотри, красавчик. Меня никто ни разу не бил. Вообще даже ни разу никто не задел. Даже, видишь, вон утка махает. Не-не, его никто ни разу не делал. Не, мы его не трогали. Секретка — это второе зеркало, я правильно понимаю? Вот это зеркало — это секретка. Да, а то зеркало — это босс. Блять, а где, подожди, а где секретка-то? Ну-ка, ну-ка, напомните, где секреточка. Ну-ка, напомните.
Бляха-муха. Где секретка-то, серьезно? Она где-то должна быть, а где? Подожди-ка. Оно может быть дальше здесь просто. В самом начале зеркало вроде как. А в самом начале она не заходила в него. А в самом начале из него выходит. Ну-ка, ну-ка. А зачем нам какое-то время здесь записывать, когда мы и так просто боги этого времени без... Ой, блядь. Самое первое зеркало, мне кажется, из него просто выход. Хотя хер его знает. Сейчас проверим. Да заеби это уйти! О, да, достал меня собака такая. Я всю жизнь на него потрачу. Уходи. Уходи. Ну ладно, пойдем в самое первое зеркало. Мне просто что-то казалось, что из него только выход. Наверное, кажется, что из него и вход. Окей. Так, а это как раз-таки ключ. Да, это ключ. Эврика! Это скелетонский ключ к минам. Или к шахтам. Это вроде того. Я не шифтую. Африканские мины, поехали. Африканские мины. Кто-то просил время на спидране. Вон там сверху, короче, в правом верхнем углу нарисовано, что время 591. 591. Бредоксик, игра о том, как утка-миллионер зарабатывает себе еще больше миллионов. Что-то типа того. Спокойненько. Просто серьезно, это игра про утку-миллионера. Почему бы и нет? На, сука. Здесь, по-моему, секретов особо больше нигде нет. Ну-ка. Что такое? Алло! Блять, нихера себе, она падает. Бомбардировщик ебаный. Спокойненько, тихо. Это нет, это не эмулятор, это из Стима версия. Из-за Стима вместе с перемоткой. Но перемотка это не серьезно, поэтому перемоткой мы не пользуемся. Перемотка это не по-пацански. Все в своем детстве проходили ее без перемотки, и мы без перемотки также ее пройдем. Черный плащ сегодня нет, не будет. Когда-нибудь, может быть, будет. Я этого не отрицаю, но сегодня точно нет. Ну да, это что-то типа Uncharted. Это повариха. Она стоит здесь и кормит, короче, тебя пироженками, чтобы ты просто не умирал. Это очень добрая перемотка, это типа ты лоханулся и назад отмотал. Какая это? Вот это? Вот типа такого перемотка, вот. Но мы ей не пользуемся, это не по-пацански. Опа, и побежал. Опа, и побежал. Опа, и побежал. Хуйня. Хуйня, короче говоря, это перемотка, это фу. Фу вообще нахуй. Никогда не перематывайте в этой игре ничего. Это не серьезно. Опа, еще жестяночка, почему бы и нет? Спокойненько. Так, а это куда проход? А это вылечь... Сука, это вообще никуда не сюда попал. Подожди, мне нужны миссис Клюди? Да-да-да, миссис Клюди, все правильно. Это именно она. Да, блядь, я... Какая перемотку зачем-то нажал? Я сейчас прошел просто тупо туда, куда мне нужно было идти, да? Я там типа срезал? Здесь типа нет, окей. Клюди, да, Клюди, Клавдия, блядь, Клюди. Так, этот камень не будет уезжать? Ладненько, давайте сделаем по-другому. Так будет пройти гораздо логичнее. Да, можно заниматься имитацией Майкла Джексона без проблем прям. Еще один секрет, смотри. Еще одна жизнь. Я сегодня жизни набрал больше, чем в этой игре предусмотрено вообще. Опачки. А где ящики-то, алло? Я же не все разбил-то. Хорошо. Красота. У нас остался час. Блядство. А у нас остался час, и мы должны... это пройти. Так, а теперь нужно... вот это случай, когда нужно делать что-то на доверии. Вот когда там есть какие-то психологические тренинги, когда человек стоит спиной, другой его, короче, ловит. Вот здесь забуду сейчас то же самое. Нам нужно просто поверить. Поверить лягушонку, и все будет хорошо. Смотри. Опа. А я тебе говорил, нужно поверить лягушонку, и все будет красиво. Этому верить не стоит. Ты ж бледина ты такая зеленая, но сидел бы там у себя в болоте в своем, тварь! Зато можно музыку послушать. Если ты не расслышал музыку с самого начала, то послушай ее еще раз.
Чего вы смеетесь? Ничего смешного в этом нет. Я просто промахнулся из-за этого ебучего лягушонка. Вот тебе и доверяй после этого лягушкам. Ну-ка. О, красота. Доверие. Красиво. Так, вот здесь лягушка. Отлично, все хорошо. Давай сюда. Алло. Нихуя себе у тебя траектория, ты что делаешь-то? Даже, блядь, серьезно. О, здорово. Зигзаг, блядь. Зигзаг-то это точка сохранения, подожди. К зигзагу нужно подойти, чтобы он меня типа не отвез никуда. Да я же... Нет, нажал, алло, зигзаг, зигзагушка. Зигзагуля, сука, ты что делаешь-то? Я же нажимал не то совершенно. Ой, зигзалюся, ты посмотри, что он делает, падла. Ты посмотри, блядь, что он делает. Он меня взял и отвез куда-то. Взял и отвез. Падла такая. Ну ладно, хуй с ним. Ящики я не буду больше брать. Зачем мне играть, если я их уже проходил? Да нет. Да? А что, так можно было? А нахуя? Так-то можно жизни фармить, ты видал? Просто берешь и фармишь жизни. Это немного странно, если честно. Ну-ка, выходи. Бляха, я думал, так нельзя. Опачки. Сука, не попал. Прикинь, иди сюда. Ну и сиди там, падла. Нахуй. Я путаю кнопку, все время кнопку путаю, и все. Зигзагу верить нельзя, не, он меня обманывает, серьезно тебе говорю. Я ему сказал, зигзаг, нет, я никуда не поеду. Я никуда, блядь, не поеду. А он взял меня и отвез куда-то. Вот это, короче, самый жесткий момент в игре. Я это когда проходил на эмуляторе, я это замечал. То есть в детской игре тебе показывают смерть трех молодых детей. Я не знаю, как это назвать, это же дети, это дети-утки. Это, как их называть, как называть детей-уток? Цыплята, это курицы. А, гуси, как называют детей утки? Утята, во, бля, утята. Утята умирают жестокой смертью. Внимательно следи. Внимательно следи, как цыплята. Ой, цыплята, говорю, как утята умирают. Вот смотри, 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 смотри. Смотри, ты просто смотри. Вот так умирают утята, понимаешь? Вот так умирают утята. Вот именно так. Просто берут, сука, и умирают. Артем 252002, привет. Добро пожаловать. Вот так умирают утята. Дети утки. Как хотите называть, но они только что умерли. Шок-контент, серьезно, шок. Шок-контент, в детской игре умирают утята. Это, блядь, жестко. То есть кому-то смешно, у кого-то слезы. Вот нормально вы делаете, нет? Но они живы, живы они. Они живы, просто это странно. Они должны быть живы. Они же потом где-то появляются еще. Может быть, это, ну, чисто они там куда-то на удачу ебанули или что-то типа того. Просто утки взяли и умерли. Какая-то хуйня, если честно. Как могут помереть утята? Как? Как могут помереть утята? Вот это поночка, я помню. Эту поночку я помню. А, используй смотрящую пилу, дядя Скрудж. Их зовут Билли, Вилли, Дилли. Это я знаю. Не Билл, а Билли. Он для Билла слишком еще тухловат. Тухловат он для полного Билла. Блять. Вилли, Билли, Дилли. Три веселых утенка умерли не героической смертью. Они просто упали в тележке вниз. И все. И все. Они просто упали вниз на тележке. Это все очень хуево. Эту историю нельзя рассказывать на ночь никому. Иначе будут сниться кошмары. А вот и все. Так, вот это самый легкий босс, по-моему. Это король чего-то там. Король пещер, блядь. Он, по-моему, все время прыгает по одной и той же траектории и ездит. А, нет, окей. Ты, блядь, не зажимай меня, ублюдок. Самый сложный босс в игре. Просто невозможный. Сложнее Мидира. Сложнее этого босса нет ничего. Но ты видишь, это скилл. Это скилл, и я с ним справился. Красавчик. У тебя-то Шрёдингера. В смысле они выживали? Они не должны были выжить, Саша, Кэти. Не должны они были выжить, они упали. Они упали в пропасть в деревянной тележке. То есть, когда они упали, под ними развалились колеса. Возможно, кому-то под утиный его пернатый хвост засунулась обломанная палка, я не знаю, разодрала ему коленку, а потом сверху что-то прилетело. Короче, все очень печально, и... Они умерли. Они просто умерли. Возможно, мы их когда-нибудь еще увидим, но, скорее всего, в другой игре. Может быть, зигзаг потом нашел какого-нибудь ученого там, или еще что-нибудь типа того. Или клюв, где я, блядь, накормил их волшебными пироженками, и они воскресли. Но теперь это утята-зомби.
никогда не сожрут Скруджа Макдака на... Блять, козлы, спокойно. Короче, все очень печально. В смысле, прекрати, но я тебе рассказываю, как оно на самом деле. Зачем? Зачем кормить... Блядство. Зачем кормить тебя пустыми обещаниями, когда, когда я не могу подтвердить того, что утята выжили? Скорее всего, они уже... Скорее всего, они... Да въедет твои кролики, блядь, ну. Скорее всего, они уже где-то, возможно, чуть-чуть подгнили и выдают не, не этот, не очень хороший запашок. Зато я могу делать вот так. Здесь нельзя прыгать по поверхности, нельзя. Просто вот так вот. Ну или клюди новых нарожала, может быть. Может быть, без проблем. Может быть, всякое. Так, короче, тут где-то есть какой-то проход, который ведет меня к дополнительной... Блять, одни жизни кругом. К дополнительной клеточке моего здоровья еще. Так, нет, к тебе я уже больше с собак подходить не буду. По-моему, как раз-таки где-то тут. Вот на этих уже можно прыгать. Да, на этих уже можно. И можно еще кидаться льдом, кстати говоря. Вот так вот, сучка. Так, ну-ка. Ебучий паук-подставляльщик. А, здесь нет, подожди, я помню. Здесь, короче, чувачок, я не знаю, как его зовут. Если честно, видел его вообще. Ну, я его до этого где-то встречал, но не знаю, где точно. Вот этот, он живой. Понимаешь? Это либо было клонирование, либо это Скрудж Копперфильд какой-то произвел этот ебучий фокус. Потому что они, я видел, как они упали. Здравствуй, Соболь АС, здравствуй. Они же упали. Ты видел, как они летели? Там даже, по-моему, донеслись что-то крики, типа «Дядя Скрудж, нет!» И вот эта музыка, которую ты прямо сейчас себе представил. Там так и было, а теперь они опять живы, представляешь? Они опять живы. Здравствуй, Макс Булик. Ты ничего не пропустил. Ты пропустил жесточайшую смерть трех утят. Очень жесткую смерть трех утят. Очень страшную смерть трех утят. Ну-ка, тихо. Во! Как зовут эту херню? Кто-нибудь помнит, как зовут эту херню, нет? Кто-то по-любому должен помнить, как ее зовут. Я тебе серьезно говорю. Как ее зовут? Как ее зовут? Ну, вставай, блядь. Ты спас меня! Бляха-муха! Я покажу тебе секретный путь. Опачки. И еще одна клеточка. Хорош, да? Вообще молодчик. Ёжик. Буба. А точно Буба. Бля, тут же писали. Так, подожди-ка. Буба-буба. А как мне назад подпрыгнуть? Угу. И как я должен был отсюда выбраться? Объясните мне. Ну, главное, что мы эту херню подобрали. Остальное, в принципе, не страшно. Давай сюда. Опа. Тихо-тихо-тихо-тихо. Скрудж, успокойся. Не, кстати, я его, по ходу дела, пройду гораздо быстрее, чем в первый раз. Ну, потому что я уже знаю, что делать. Я знаю, что где, какая подстава. Воу-в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 оу
понял. Там дальше ничего, по-моему, полезного нет. Это не точно, но я там был. Это белка из юрского Мириада. Мириада — это Т9, типа. Так, спокойненько. Опачки, опачки, опачки. Секреточки опять, смотри, опять секреточки. Опа. А я думал, жизнь. Ну, у меня, в принципе, 4 жизни, я должен пройти по-любому. На-ка, на-ка. Оп, спокойненько. Это хуёвая затея была. Тихо, тихо. Блядь, там торт упал. Да хуй с ним. У меня полное здоровье. Нормалёк. Вот сейчас будет хорошо. Я попал по нему. Я, блядь, по нему попал. Я тебе отвечаю, я по нему попал. Давай. Опачки. Я даже не знаю. Нет, это, конечно, сложнее, чем тот чувак в этой, в пещере. Но тоже, на самом деле, не очень-то не очень-то силен. Братья Гавс, да, зовут этих пидорасов, братья Гавс. Я сказал, собаки не крещенные, это именно они. Возможно, это от них у меня все это пошло. Вот и все. Вот и все, вот и красиво. Где босс какой-нибудь Чукча? В смысле босс? У нас остался последний уровень. То есть мы очень быстро прошли эту игру. Даже быстрее, чем я планировал. В разы быстрее. Мамаша Гавс. Да, была такая мамаша Гавс у них. Я помню, помню. Вот. Вот здесь будет самая охуенная музыка из всей этой игры. Она сейчас начнется. Да, блядь, ты ж... Нет, эта музыка должна была начаться. Здесь очень хорошая музыка есть.
Я специально буду шастать, короче, по всем этим, как его, по всем локациям, чтобы ты послушал эту музыку. Тихо. Опа. Сейчас будет нормально. Сейчас. Я тебе гарантирую. Я тебе вот гарантирую. Сейчас все будет. Сейчас все будет красиво. Вот сейчас она разойдется и прям... как будет хорошо. Прям очень будет хорошо. Тихо. Спокойно. Вот она. Вот сейчас пойдет. Прям прет эта музяка. Блядь, это вообще не в тему встал тут. Да, на геймпаде играю. Ну, я не знаю, как вообще можно в платформе играть на чем-то, кроме джойстика. Этот джойстик, это не геймпад. Никаких геймпадов, я же тебе сказал. На этих стримах запрещено произносить слово геймпад. У нас только джойстики. Отлично, это ключ. Ключ к инопланетному кораблю. На, сучара. На наших стримах только джойстики. На, сука. Так, опять ты, подстовщик. С тобой не разговариваю, с тобой не общаюсь. Не надо придумывать новые названия, потому что мы на прошлом, на каком-то стриме уже придумали кучу названий контролирующему устройству и прочим вот этим непонятным словам. Так, там же ведь можно было что-то сделать, сука. Я серьезно говорю, там можно было что-то сделать. Ага. Стал только этот поевод как-то убить. Опа. Ну хуй с тобой. А? Хе-хе-хе. Я Ори проходил на клаве с мышкой, хоть и гораздо удобнее. Ну, блин, платформеры, они были придуманы для того, чтобы на них играть на джойстике. Они для того и существуют, чтобы ты взял в руки джойстик и играл. А не просто так сидел на клаве, там извращался с непонятным управлением и ломал себе пальцы. Долго не играет, а монитор сядет. Конечно, не монитор, во-первых, а кинескоп, раз уж ты решил... Решила блистануть этими знаниями веселых 90-х годов. Сядет кинескоп. Но об этом потом. Как я тебя уделал, да, с кинескопом? Ай, ты не ожидался, по-любому. А я тебя взял и уделал. Так, тут где-то наверху тут можно пройти, я помню. По-моему, где-то здесь. А, нет, здесь дополнительное сокровище. Здесь дополнительно очень сложное сокровище. Спокойненько. Окей, окей, замечательно. Красиво, хорошо, чётенько. А, да-да-да, да, все правильно. Здесь кусочек непонятного, сокрытого, скрытого сокровища. Опа. Дальше выше нота не берется. У меня нет настолько, короче, сильного голоса, чтобы взять эту ноту, которая идет выше там. Бляха-муха. Не, я не знаю почему, но что-то мне гораздо проще, чем было на эмуляторе. Не понимаю, серьезно, почему. На эмуляторе все было в разы сложнее, чем здесь. Нет, Соника я вообще ни одного не проходил. Я не понимаю прикола Соника. О, куда ты, блядь? Соник, это же... По мне всегда Соник считался бесконечной игрой. То есть игрой, в которой нужно... Ой, красиво, сейчас было сделано красиво! Песня такая была, Валерка меня вот запел. Соник для меня всегда был бесконечной игрой. Я не знаю почему, да просто собираешь кольца и все. Бля, я пришел сюда рано, да? Да. Я пришел сюда рано, потому что нужно было сначала отпереть какой-то... замок или что-то типа того, а потом уже сюда возвращаться, окей. Да сучара ты! Летает эта красная падла. Там есть сюжет. Где, в Сонике сюжет? Ну, пусть будет. Пусть будет, мне не жалко. Пусть в Сонике будет сюжет. Я только за. Но я все равно не понимаю этой игры. Там просто это... Вот знаешь, есть такие игры, которые просто тупо, ну, время твое убивают. Они так и называются, убивалки времени. Вот Соник был один из них. То есть ты просто можешь бесконечно в нее играть, она никогда в жизни не кончится, и ты никогда в жизни ее не пройдешь, и все. Вот на этом, собственно, и весь Соник. А чё скорбить об утятах? Их уже давно клонировали, они давно живы. Не надо о них скорбить. Так, я сейчас где нахожусь-то? А мне надо в другое место. Тихо. Или в это надо? Подожди. Нет, по-моему, сюда надо. Ладно, пойдем сходим сюда. Где-то я забыл включить какую-то хуйню.
А где забыл, не помню. Но где-то забыл. Да нет, не любая игра убивалка времени. Есть игры, в которые ты можешь сидеть, и тебе интересно. А мне в Сонике было неинтересно. Я уж не знаю, что там в Сонике такого интересного. Но если в Сонике есть конец, то я рад за него. Я этого конца в Сонике никогда не встречал, никогда до него не доходил. Так что для меня Соник был бесконечной игрой, которую невозможно пройти. Так, нам, по-моему, теперь сюда. Как раз таки сюда-то не сходил. Да, блядь, где этот пульт управления? Ну, вот я не понимаю. Не, здесь знаешь почему? Здесь гораздо больше понакидано этих лечилок. Здесь прям очень много лечилок понакидано. Так, куда идти за НЛО-то? Я заблудился, я запутался. А, вот он, окей. Вот он, все хорошо. Ты, блядь. Ай, тут босс Impossible. В смысле? Тут? Тут нет Impossible боссов. Здесь боссы очень легкие. Сама игра сложная, боссы легкие. В этом-то, собственно, и разница. В Cuphead боссы сложные, а игра сама легкая. Потому что в игре в самой нужно просто тупо ходить по локации. Здесь наоборот. Есть локация сложная, боссы легкие. Меня всегда отвлекает этот момент. Он прям прикольный. Тихо, только не падай, не падай, не падай, спокойно. Вот теперь мы пройдем. Теперь все будет красиво. Опачки. Опачки. Вот это просто филигранная техника. Просто вот реально филигранная техника. Сука. А вот этого как зовут, чувака? Вот этого я забыл. Как его зовут? Как его зовут? Как его зовут? Как зовут этого чувака? Сука, у него тоже есть какое-то имя странное. А, спот идет в Голливуд, я видел. Я даже хотел в детстве очень сильно эту игру. Где-то там в годах в 50-х, по-моему. Когда я увидел вживую, я понял, что я сильно ошибался, потому что ничего не такого прикольного в этой игре и нет. И вся графика, которая была нарисована, она... Ну, не соответствует действительности. Я видел эту графику в книжках по Дэнди. Она не соответствует действительности совершенно. Блять, Impossible Boss, крыса нахуй, хорош. Окей. Невозможный босс, нельзя пройти. Невозможно. Невозможно пройти и хоть раз в него попасть. Невозможно. Этот босс тихо. Блять, ты серьезно, что ли? Сука, весь мой спидран испортил, падла волосатая. Прикинь, весь спидран, ни одной смерти, ни одного убийства, ни одного ранения. И падла в конце мне берет вот эта вот крыса и портит мне, сука. Не ульционирующий до сих пор сплинтер портит мне все мое прохождение. Ну как так можно? Как так можно, скажите мне? Скажите мне, как так можно, серьезно? Так нельзя. Все земли чистые, говорит нам Скруш Макдак. Все земли чистые. Ха-ха! Если ты хочешь получить назад сокровище, приходи к Дракуле, утка Манор. Это не все. Это не все, у нас еще Дракула. Дракула у нас еще. Дракула, мудакула, сука, спиздил детей. Они, может, к нему и провалились просто. Типа Дракула спиздил детей, и все будет нормально. И поэтому мы идем их спасать. Так, нам сюда? К Дракуле, мудакуле, по-моему, да, или нет? Нет, нам не сюда. Нам не сюда! Чеснок возьми. Да он так у меня отхватит просто клюшкой по ебальнику. Сейчас двину разочек, да и все. Выходи. Окей, он там теперь на том же месте, где был босс, правильно? Ну, должен быть там вроде как. На, суча. В 50-х годах, да, Life Game 01. Именно тогда я и проходил. А вы что думали, Дэнди появился когда-то там? Нет, Дэнди появился где-то в районе с 50-го, 53-го. Что-то типа того. Что-то типа где-то там. Где-то там. Вот серьезно. Так, здесь у нас Дракула. Блять, ну ты зачем так подрезаешь ты меня? Давай, Дракула, хуякула, я пришел. Тат-тат-тат. Ой, ой, ой. Он пускает у меня своих неродившихся, вылупившихся недавно детишек. А, все, его нужно на него прыгать через мышей. На, сучара. То есть это утка-вампир. Утка, которая сосет кровь других уток. Но эта утка отсосет максимум... далеко не кровь. Она сейчас отсосет далеко не кровь, серьезно. В 50-х годах, а мне было 42. Да, все правильно, где-то так и было. Совершенно прав, ты очень хорошо считаешь. У тебя, наверное, по математике 5. Ты блядская мышь. Да хорош!
Давай, давай, давай. На. Как это? На, сучка. Ну, Дракула просто черный прикид, поэтому он похож на пингвина. Спокойно. Сколько ударов надо? 5 или 4? Не помню. А, он подставлячек. Смотри, какой, сука, вверх так подкидывает своих мышей, все плохо. У Пленова 17. Ну все правильно, вы считать-то умеете? Нет, если у меня в 50-м было 42, сейчас, конечно, 17. Сколько еще-то? Такое чувство, что вы вообще математику не учите временами. Неужели это так трудно вычесть? 2017 минус 53 и получить 17. Или вы не знаете, что мой возраст каждые 10 лет обнуляется? Вот это тоже хорошо, смотри. Каждые 10 лет мне снова 0 годков. Заебись, блин. Да сдохни ты уже, наконец-то. Все, что ли? Ты поимел Дракулу, утка, но не меня. Если ты хочешь сокровище назад, ты должен поймать меня. Пошел ты в жопу. Вот этого тоже не помню, как зовут. Этого тоже не помню. Опачки. Отсосалович, товарищ ты в шапочке, вместе со своей проституткой вот этой летающей. Очень, очень, Гамгольд зовут, окей, Гламгольд, очень веселая утка, очень, очень веселый Скруш Макдак, очень веселый Скруш Макдак, красавчик, красавчик просто, затащил. А Скрудж вернул, Скрудж остался под самой богатей шуткой, что-то кому-то подарил, Скруш Макдак, это третья пачка Билли-Вилли-Дилли клонированных, потому что первая умерла в пещере в вагонетке, вторая где-нибудь еще. Хурай, дядя Скрудж! Мы рады, ты нашел сокровище, но не забывай, мы помогали тебе. Каким, блядь, образом мне помогали? Бывшие трупы. Да, все правильно, девчонки. Я не могу не поиметь закончить без вас. Я реально самый богатейший утка на планете. Он реально самый богатейший утка на планете, и он этим гордится. Он этим гордится, и он этого не стесняется. А чё ему стесняться? Он, блядь, самый богатый утка на планете. Ему вообще срать нахуй на всё. Доктайл. Вот это веселый музяка. Товарищ Калидора, если мне каждые 10 лет 0 лет, то посчитай, что в 2017 году мне 17 лет. Ну, в 2000-м мне опять-таки было 0. Ну, давай, соображай. Что ты никак не сообразишь? Теперь вторую часть. Да нет, мы не успеем, у нас осталось полчаса. Мы за полчаса ничего не успеем. Утки, у-у-у. Нет, утки, у-у, это, по-моему, гораздо позже вариант этой песни, потому что раньше все время пели DuckTales, у-у, а потом уже только утки. Потому что DuckTales это истина. Это то, что... Как отсюда выйти-то? Отсюда нельзя выйти? А, вот. Можно. Как играть? Как играть в эту игру? Вверх и вниз используют для того, чтобы взбираться и спускаться по веревкам, цепям и ползучим растениям. Дядя Скрудж может выполнять два вида прыжков. Первый — обычный прыжок. Чем дольше ты удержишь кнопку прыжка нажатой, тем выше он может прыгнуть. А второй тип прыжка — прыжок на трость. Для выполнения прыжка на трости удерживать нажатым в состоянии вниз, затем нажми кнопку прыжка, и пока дядя Скрудж находится в воздухе, нажми кнопку прыжка на трости. Дядя Скрудж будет продолжать прыгать до тех пор, пока не будешь удерживать эту кнопку прожду проебать. Для того, чтобы дядя Скрудж ударил своей тростью по предмету, стань рядом с предметом и нажимая в его сторону, используя влево или вправо, затем нажми кнопку удара тростью. Ты понял, как сложно? Ты понял, как сложно играть в эту игру, блядь? Не каждый еще сообразит. Это, блядь, очень сложно. Ай. А, да. Если мне кажется, 10 лет... Отстаньте. Отстаньте. Вот бывают такие времена иногда, когда мне вдруг становится 17, а в 2020 мне опять станет 0. Я все равно отмажусь. Отстаньте. Я все равно отмажусь. Мы прошли уток просто прям вот на раз. Мы могли еще что-нибудь поиграть, но я не знаю в чё. Потому что у нас осталось буквально 15 минут и все. Я могу с черного плаща запустить, просто чтобы музыку послушать и все. Нет, музыка не... Давай другую. Я вот эту часть, кстати, я так и не понял, как остров вытащить. Или может, не понял. Ну, короче, надо будет еще в что-нибудь поиграть. Давай вот в это поиграем. Просто чуть-чуть. Просто чуть-чуть, прям вот совсем чуть-чуть. Просто посмотри, как она выглядит.
Нет, давай музыку послушаем. Я не нажимал, чтобы я начал играть в эту игру. Хорош. А как вы... А, пауза, блядь. Это очень сложная игра. Я знаю, что здесь можно... Да. Здесь можно прятаться. Здесь можно... Ёб твою мать, кидаться яблоками. Сдохни, тварь железная. А на тросте прыгать здесь нельзя. Это на самом деле напрягает. На. Вот она, короче, быстрая. Посмотри. Это очень быстрая игра. В разы быстрее, чем утиные истории. Но я успеваю. Главное сосредоточиваться. Бух, нахуй. Вот так вот. Давайте, короче, это. Я выйду отсюда, и мы... Спасибо, бля. Спасибо за такую классную конфигурацию. Давайте, я выйду, и мы закончим. У нас сегодня получился небольшой, коротенький, веселенький стрим. Я думаю, веселенький, потому что мы за час где-то... Да, за час. Мы за час взяли и прошли с тобой... Утиные истории, часть первую. Утиные истории, часть вторую мы пройдем с тобой когда-нибудь потом. Я думаю, что скоро совсем мы начнем с тобой проходить игры, в которых есть сюжет, потому что пора уже к ним приступать. Мы уже более-менее здесь обосновались, более-менее все это дело обварили, обдумали, и теперь можем делать все, что можно. Я скачаю Middle Earth, Средиземноморье, вот это вот самое... И мы начнем с первой части. Я вторую удалять не буду, а первую оставлю. Просто потому, что, серьезно, мне сказали, что вторая часть продолжает первую. Поэтому, ну, логично пройти сначала первую, тем более, говорят, что весьма-весьма хорошая игра, а в Стиме там отзывы просто обосраться какие положительные, поэтому пройдем сначала ее. Всем спасибо, кто был. Нас было опять где-то 2500 человек. Это замечательно. Мы пообщались, попиздели. Я вижу чат, я вижу всех. И, кстати говоря, подожди-ка. Так, NNPR и CCXVEE. Вот CCXVEE на Ютубе был, я помню. Я помню. Добро пожаловать. Нужно будет... Как... Я не знаю как, но, короче, первая проблема, которую нужно решить, это синхронизация музыки и звука совместно с... Совместно со всем. Я, в принципе, знаешь, как можно? Я могу попробовать играть вообще без наушников. Тогда я просто буду слышать себя, но не факт, что ты будешь слышать колонки. Играть без наушников на самом деле гораздо удобнее. Просто потому, что... Хер его знает почему. Я хочу играть без этого, без наушников. Давайте мы, собственно, на этом закончим. Еще раз спасибо всем, кто был. Приходите, я постараюсь завтра начать пораньше. Завтра еще я много чего запишу, а потом мы с вами во что-нибудь веселое поиграем. Undertale не будет на Твиче, Undertale будет на Ютубе, потому что я обещал его там. Соответственно, там мы его и пройдем. Ну, постараемся геноцид пройти. Нам сначала нужно Fable закончить, а потом посмотрим, что там будет. Короче, всем до свидания, всем спасибо, приветствую всех новых подписчиков и заходите в следующий раз. Я напоминаю еще раз всем, кто не в курсах, как следить за стримами, рядом с сердечком, которое, надеюсь, вы нажали, потому что если вы не нажали сердечко, то как вы узнали об этом стриме? Нажмите на сердечко, рядом с ним появляется стрелочка вниз. Нажимаете на стрелочку вниз и нажимаете «Получать уведомления». Уведомление будет приходить вам на почту. А если вы поставите приложение для Твича, которое можно скачать сверху этого плеера, написано «Скачать Твич для ПК», то тебе будет приходить уведомление в нем. А если ты просто супер, но убер-мега просто продвинутый пользователь планшета, смартфона или чего-то похожего на телефон, то поставь все приложения на него, и тебе уже в него будет приходить уведомление. Пуш-уведомление на телефон, представляешь? Ты не успел вообще что-то подумать, охуяк уже. Пуш-уведомление написано. Куплинов проводит стрим. А? Как тебе такое? Охуенно? Вообще замечательно. Все, я пошел. Я пошел, и ты иди. Пойдемте все вместе, пойдемте отсюда, да. Пойдемте куда-нибудь в другое место. Смотреть пойдемте другой стрим. Все по отдельности. Кто куда? Кто куда, я сюда. Пуш, да, пуш уведомление, все правильно. Спасибо всем еще раз, кто был. Всем до встречи и пока. До свидания. До встречи. Ну, с телефона стрим ужасно лагает. Ну, ты на телефоне получи уведомление и заходи за комп, на комп смотреть. Какая разница? Ну, все, до свидания. Я всем все объяснил. Всем пока.